Вот так вот, ребятки, не все Сережкиному коту масленица. Установили Томбуй. Это вот тот шарик. Место интересное. Это раньше при Югославии был заброшенный эко-отель. Можете сказать, что я типа фильтров добавил. Это реально вот такой закат. Ребятки, не все Сережкиному коту масленица. Так все заволокло. Сегодня дуло под тридцатку. Утром проснулся, контролировал натяжение цепи. Анкор аларм стоит, но все равно лучше глазоньками досмотреть. Вот такая погода. Скорее бы она закончилась. Самолетов все больше и больше в аэропорту Тивата. Нынче стоит сербы и, по-моему, Израиль. Я бы готова. Остаточная. Ну, как пыль такая. Вы можете сказать, что я типа фильтров добавил? Это реально вот такой закат. Так снимает моя камера. А там прямо как будто зарево огня. Но тучкой просто мясо какое-то. А с другой стороны у нас вот такие фактурные облака. Вот сейчас солнце заходило, и они светились прямо. Вот такой вот у нас вечер. Интересно получается. Вот у нас Тузик, и вот там вот у нас Томбуй. То есть, по идее, у нас там внизу якорь. Вот какая-то такая фигня получается. Нахождение Томбуя сегодня прямо за кормой. За кормой нашего Тузика стоит Томбуй, и соответственно там внизу под ним находится наш якорь. Вот такая бильберда, товарищи. Море спокойное, гладкое, чистое. Итак, друзья, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем на Тузике. Вот леди там. Едем посмотреть, что за музло там звучит. Вот такая погода. Море ровненькое. Таня, привет. Короче, все, заводимся, едем дальше. Они же имеют свойство падать.
Нас сейчас ребят угостили пивом. Да, всех. И Васик угостили. Вообще зачет. За то, что танцевали. Сколько ветер? Ниоткуда не возьмись, появился вот такой сильный ветер. Пока стоим, раскачивает. Нам бы, конечно, уйти, спрятаться, но наблюдаем. Вот так бывает. И к этому надо быть всегда готовым. Это вам не марина, это вам якорная стоянка. Сегодня в Бокакаторскую бухту зашел вот такой лайнер. Вот там люди идут с таможни гурьбой в город. Смотреть старый город и вот эту древнюю Бокаторскую крепость. Интересно, где у них цепь? Сейчас пытаются выйти. Какого окошке? Да вон прямо на цепи, видишь? А, точно. Ну да. О, снова поднимают, смотри. Угу. Да. Кат мешает. А, он смотри, задом отходит. Корму откидывают. Дернем, да? Сейчас посмотрим. Сейчас опять остановился, видишь? Ну да. Стоит. Видимо, реально где-то там у них цепь. Опять пошли. Да, большой кранец притащил. Не вытащит якорь, если не подойдут. Ну да. Угу. Под рульку включили. Красота.